Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, это The Walking Dead. Продолжаем проходить первый сезон. Собственно, наткнулись мы на лагерь, потеряли всех своих друзей. Давайте попробуем найти что-нибудь съестное. Почему-то она не хочет идти к фургону. Надо типа ближе подойти. А, надо типа нажать прямо на глаз. Похоже, что он давно здесь стоит. Ну, здесь фотография семьи. Надеюсь, у них осталось немного еды. Ты нормальная девчонка, типа. О, похоже, здесь была семья. Надеюсь, после того, как они сдохли, тут осталось пожрать что-нибудь или нет. Ну, потому что это именно так и выглядит. Так, кукла. Ничего особенного. Ни хрена себе ничего особенного. По-моему, очень качественно сделанная кукла. Ну, то есть, не то, чтобы я сильно разбирался в Барби, но... конкретно это выглядит неплохо. Мангал. Вряд ли в мангале. Через него трава растет. Вряд ли в нем есть еда. Что, кстати, странно. Через него на самом... А? Потому что она дыра. Обычно, когда трава через что-то в играх растет, это значит то, что... ну, дерьмово гейм-дизайнеры... сделали траву в играх. А там трупаки, наверное. Вот собачка туда. Hey boy, вообще, лающая собака не лучший напарник в таких... вообще, в таких играх. Ходячий с ножом в руке, но... но нож как бы должен быть в голове, если он ходячий. А, его укусили, он пытался руку себе отрезать. Мы умнее их всех вместе взятых. Поэтому я не проверю, а даже его этот, насколько хорошо связана его веревка. А сразу же попробуй что-нибудь сделать. Еще разок. Я не доверяю. Ну, выглядит, конечно, серьезно, но я не доверяю. Так что давай еще разок. Да. Да что ж ты такое? У них же обычно, блин, я не знаю, такие хрупкие черепа. И кости, и все остальное. Все, мозги вываливаются. Думаю, теперь все. See, we just have to stay out of their reach. Так. Ножичек. Давайте почитаем ее мысли сначала. Похоже, что это больно. Наверное, не знаю. Не очень удобна вот эта система. То, что ты берешь и вниз там надо, потому что камера тоже движется вместе с мышкой в этот момент. Мы не ляжем на голодный желудок спать, окей? И поэтому, собачка, готовься. Я боюсь то, что эта девочка настроена очень решительно. Переносной холодильник. Надеюсь, там что-нибудь полезное. И почему я в этом сомневаюсь? Ниже падальщик. Забирают все. А сейчас она типа не как падальщик. Че это такое? Летающая тарелка. Мы пошли кинем собачку, кстати, куда она делась. Это называется фрисби, а не летающая тарелка. Hey, wanna play? Wanna play catch? В
Да, конечно, это совсем безопасно. Okay. Теперь закинь подальше, чтобы на собачку напали зомби и сожрали ее. Ну давайте, я жду клише о том, что собачка умрет. Good boy. Good boy. Ну ладно. Я все равно дождусь своего, ну просто не сейчас, а чуть позже. Может даже не в этом эпизоде. От палатки ничего не осталось, могу поспорить, это работа падальщиков. Что тоже нелогично, зачем падальщикам разрушать палатку, когда можно ее собрать, и тогда у вас будет одна лишняя палатка. По-моему, палатка это всегда хорошо, нет? Она против ходячих, конечно, не очень хорошо помогает, но... Еще палатка. Здесь кто-нибудь спит? Там же прозрачно это. Ну, она, вернее, не прозрачная, она скорее рваная. Может, собачка нас на еду выведет все-таки? Что-то же она тут делает. Вот стоит у штуки с едой. Бочка с отходами. Нужно проверять везде, правильно? Well, here we go. Она уже года два в сумме, наверное, в этом зомби-апокалипсисе, ну чуть меньше. И до сих пор чего-то брезгает. Oh my God. Thank you. Families, чё там? Look, a can. Family style, семейный стиль. Let's see what's inside. Ну, типа, для всей семьи. И для собак, и для девочек. Please don't be bad. Ну, ты дату на упаковке прочитай. Ты чё, бобы? Наверное. Или грибы какие-то. Бобы. Thank God. Ну да, консервы хранятся долго. Покормить собаку. Я думаю, то, что такой большой банки для одной маленькой девочки и так будет много. Тем более, надо же покормить собаку. Here you go. Ни хрена себе. Это, конечно, неожиданный поворот. Какой-то чересчур неожиданный поворот. Она жрет, наверное, этот еду. А, нет, еда вон слева. Или чё, собачка упала на счёт? А, собачке, очевидно, пиздец. Ну давайте убьем собачку. Она, конечно, злая, но она злая от того, что голодная. А мы хотим избавить ее от боли. Да, с рукой она что будет делать теперь? И это ей еще повезет, если у собачки бешенства нет. Хотя... Не знаю, на самом деле, как бешенство передается. Ну, помимо укусов. На собак они обычно через каких-нибудь блох, наверное. Через насекомых. Хотя, по-любому здесь нет бешенства. Потому что... Ну, тогда игра закончится через 14 дней. Это довольно мало. Даже меньше, наверное, через дней 10 от бешенства умирают.
Ну, по крайней мере, что это говорит о разработчиках? Они заставляют на самом деле даже, ну как, удивлять умеют. Потому что я думал, это будет стандартное клише, мы путешествуем с собачкой, и потом собачку кусают, и либо мы сами ее убьем, либо там ее ходячие убьют, она умрет у нас на руках. Это было бы клишовано. А здесь просто собака нападает на девочку, и девочка убивает ее потом. Ну или собака сама умирает, неважно. То есть, вот я вообще, когда предлагал еду собаке, не ожидал то, что она напрыгнет на нее. Что-то она сейчас увидит. И это ходячий. Да, очевидно, что расслабляться сейчас нельзя. Ну и чё, сейчас либо она собирается силами и мы убегаем, либо ее кто-то спасает. О, на пробел пауза, оказывается. Я не понял, я правильно все делал или нет? Судя по всему, правильно. Я дрочу как могу, но не получается. Да, ее спасают. И кто это? Лица чуваков не разглядел. Мы их раньше встречали или нет? По-моему, нет, не встречали. И это наши спасители. И тут растяжка, взрыв кишки мяса, нет? Нет, так нас не удивляют разработчики. Ну, потому что это тупо. Ну, похож на Ли, кстати. Думаю, да. Нет, этот негр реально похож на Ли. Где твоя группа? Ты не могла выжить так долго одна. На нас напали. These folks mentioned what they were after? They might have just wanted food. We were cooking some sort of weasel. They attacked you for a weasel? Они нападали на вас из-за ласки. А, ласка. То есть они поймали ласку. Well, я Люк, а это Пит. This is Pete. Hey there. Hi. I'm Clementine. It's nice to meet you, Clementine. Мы отведем тебя к нашей группе, хорошо? У нас есть врач. А тебе, похоже, нужна помощь. Ее укусили. Я не видел собак. Мы видели тебя с тем скрытнем. Посмотри на укус. И ты мазишь свои зубки в шею? Почему я должен смотреть? Потому что я не могу отличить укус собаки от ходячего. Ну, сама бы показала. Не смотри так на себя, укусили тебя, а не меня, ясно? Like she says. Well, could be a dog. Hard to say. So where'd this dog go? Где эта собака сейчас? The one that did this. What does that matter, Pete?
Я ее убила. Появляется собака, кусает тебя, а ты просто убиваешь ее? Все равно нельзя убивать собак. Да ладно. Серьезно, что ли? Клементин? Yes. You telling us the truth? Говоришь правду? You look me in the eyes. Смотри мне в глаза, когда отвечаешь. What do you think? Будем решительны. All right, Clementine. That's good enough for me. What? Hey, that's not even an answer. Это даже не ответ. Она не любит, когда ее называют лгуньей. Мне бы это тоже не понравилось. Я умею распознать ложь, Люк. Именно поэтому я всегда обыгрываю тебя в покер. Ты не всегда обыгрываешь меня. А, ладно, почему так уверен, что ее не укусили? Я точно уверен в том, что не собираюсь оставлять маленькую девочку на погибель здесь. У нас есть врач, который сможет осмотреть ее. Отведем ее к Карлосу. И не слишком быстро разговаривает. Никому это не понравится, особенно после чего-то там. Не напоминай мне об этом, сынок. Sorry, sir. Какой-то у них случай, очевидно, нехороший произошел. О котором нельзя напоминать. Могли бы на руках нести. О, домик в деревне. Clementine, are you feeling all right? I'm fine. Just tired. Well, you better be fine. Очень надеюсь, что ты в порядке, потому что я не собираюсь нести на руках чего-то там ходячего. Значит, понесет негр. Это типа этот негр, он искупает вину за ту бабу негра, которая вначале была плохой. Погоди, Ребекка, мы справимся. Ну да, конечно, кто-нибудь догадался спросить у нее, откуда она пришла? Мы знаем только то, что она может работать на Карвера. Она сказала нам, что у нее ее под руку напали, затем девочка укусила собак. Ты просто взял и поверил ее, ты должен был избавить ее от страданий. Убери палец с триггера. Каждый скрытник в пределах 5 миль услышал это. Это ты сказал пристрелить ее, замолчите. О, еще один негр. Если вы не хотите помочь мне, тогда я уйду. У нас есть доктор, он осмотрит твою рану. Она ведь просто напугана. Мы все напуганы. И не называй нас иррациональными только потому, что ты купился на ее историю. Она не может выжить одна. Почему мы спорим об этом? Она его знает? Ну да, он похож на сутенера-педофила. Ну, не знаю, я его не помню. Что бы то ни было, тебе сильно досталось. Мы не так поступаем. Если кого-то укусили, то его убивают и точка. Я не хочу снова через это проходить. Тот случай не повторится. Мы можем отрезать ей руку. Я знаю, что это сработало с моим чудом кузеном. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, безумие, никто не согласится на это. Я соглашусь, если это спасет ей жизнь. Потом что, как мы знаем, что это сработало? Сначала Карлос должен осмотреть ее. О, бля, а я что-то не заметил то, что время идет. Так. Я не хочу доставлять проблемы, просто хочу остановить кровотечение, потом я уйду, вы никогда обо мне не вспомните. И не увидите. И куда ты пойдешь? Я могу о себе позаботиться. Карлос, мы сталкивались с этим раньше, мы все согласны. Мы не хотим повторения той истории.
What do you think? Was it a lurker? A bite like that? Такой укус может быть чей угодно. Есть только один способ узнать. Какой? Мы подождем. До завтрашнего утра, если начнется лихорадка, то мы узнаем, превратится ли она. А пока мы можем запереть ее в сарае. Скрытень, я понял, они скрытень, ходячими, то есть. А что насчет моей раны? Нужно обработать и перевязать. Девчонка в плохом состоянии, Карлос. Все медикаменты в доме, мы могли бы сходить. Ну да, мы ничего не можем сделать. Я не буду тратить медикаменты на укус скрытни. Если окажется, что ты говоришь правду, то я почищу и залатаю рану утром. Ну так-то там... Вообще-то... Это лучшее, что мы можем предложить. Вообще, лихорадка у нее может начаться и не только от укуса этого чувака. Все в порядке, мальчик унаследовал мамин характер. Это пустая трата времени. Вот видите, когда она превратится, я не буду отмывать сарай. Надо сделать как-нибудь так, чтобы тёлку эту убили. Утром узнаем, правда это или нет. Если я продержусь до утра, может вы залатаете рану сейчас? Я хотел бы, правда, но это слишком рискованно, прости. Они никогда не слышали про заражение крови, сопровождаемое лихорадкой и все такое? Нет? Не слышали? Ну ладно. Похоже, то, что быстро закончится этот эпизод. Это пиздец как глупо. Зачем мы это делаем? Так будет безопаснее. Я хотел бы убедиться наверняка. Да, но безопаснее для кого? Не могу в это поверить. У них розетка в сарае есть. Крутой сарай. Это что, кольцо для... Ну... Морской, или как он называется, херозный. Спасательный круг. Точно. Это называется спасательный круг. А это называется плуг. Возможно. Может и нет. Скорее всего нет, кстати. Ну, я не уверен. А это инструменты, которые теперь, очевидно, используют для чего-то другого. И станочек, который, на самом деле, Кларк. Тоже стоило бы, наверное... использовать для чего-то более полезного. Бочечка. Что это такое сверху там? Молоточек. Вообще на голову все уронит, блин. Нет? Ну ладно, запомним, что он там, по крайней мере. Мало что осталось. Леска. Да, и такую большую катушку она положила в карман, который даже не упирает. О! Похоже, отсюда мы и выберемся, судя по всему. Но будет это только в следующем видео. Так что, если вам понравилось это видео, слишком много слова видео в одном предложении, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и... О, надо сесть на столик. И смотрите продолжение, я думаю. Да. Будем надеяться, что они не услышали. С вами был Сет. До свидания.